разочарование и обида за страну. Как мы знаем, народ и составляет основу любого государства. А правительство каждой страны должно служить этому народу. А в годы СССР было такое крылатое выражение. Его Величество, рабочий класс, ага, служащие считались слугами этого народа. Но, видимо, в двух веке эти понятия и приоритеты сменились. Народ наш стал во многом зависим от этих слуг народа. Если простой народ остался почти на том же уровне, то многие наши так называемые чиновники от правительства стали почти миллионерами с завышенными амбициями в виде их высоких потребностей. И непонятно, как могло так сложиться, что многие чиновники имеют огромные виллы, дорогие машины и многое другое. При том, что их зарплаты не предполагают к этому. Но почему-то после назначения во многие властные структуры эти чиновники резко повышают свои жизненные условия. Тогда как большая часть населения остается на том же жалком статусе выживания. Так как уровень зарплат и пенсии не предполагает для многих из нас нормальный уровень жизни. Так что многие слуги народа, министры-олигархи, чиновники-монополисты и депутаты-бизнесмены просто процветают. А его величество рабочий класс просто выживает и прозябает. И эта пропасть между этими двумя классами особенно сильно проявляется после этого зловещего и очень опасного экзамена для всего человечества, в лице пандемии коронавируса, которая начал свой путь с китайского города Ухань и продолжает свое шествие по всему миру. В данное время эта эпидемия распространилась почти на большую часть земного шара. Хотя самая сильная пандемия коронавируса распространилась в самых развитых странах мира, начиная с Европы и кончая с США. А такие страны, как Испания, Италия потеряли контроль и голову от этого вируса, где смертность достигла по 1000 на день. И очень обидно и некрасиво поступают эти цивилизованные европейцы. Когда гуманитарную помощь из Китая посланные в виде масок присваивают себе такие страны, как Германия и Чехия. И эти постыдные поступки стало достоянием всей мировой прессы. А также неблагородно поступили и некоторые неправительственные партии Испании, которые оклеветали благородную помощь Турции в помощи для Испании в искусственных аппаратах дыхания. Но испанский МИД извинился и выразила свою благодарность за эту помощь правительству Турции. В то же время Испания и Италия обиделись на Францию, Германию и Великобританию за нежелание помочь им в это. И краткая беде, когда эти развитые страны Европы оказались неподготовлены в борьбе с пандемией. Хотя и в Иране и Турции положение не лучшее. И особенно в Иране. А в Турции, к тому же, большая проблема с почти 4 миллионами сирийских беженцев. Тяжелое положение сложилось и в нашем регионе Южного Кавказа. И если учесть то, что в Армении в данное время не более 2 миллионов людей проживает, то положение там просто удручающее. Так как зараженных коронавирусом там не менее 800 человек. Есть уже и 7 умерших. И это при том, что эта тенденция для бедной и слабой Армении просто убийственна как в человеческом, так и в экономическом аспекте. И навряд ли Армения выправится после этого потрясения. Но армяне Карабаха до того кощунственны, что не отменили этого популистского и клонского выбора марионеточного президента Карабаха. И нагло врут, что там всего один зараженный коронавирусом. Немного лучше положение в Грузии. Хотя и там зараженных 200 человек, но гибель людей и Грузию не обошло. А что касается нашего Азербайджана, то и у нас положение с этой пандемией тревожное. Когда говорится о новых зараженных каждый день, есть и смертельные исходы. И соответственно правительство Азербайджана принимает самые радикальные меры для устранения в распространении этой пандемии. Вплоть до жесткого карантина на территории всей страны, с которым и мы все согласны. А главное, подключились к призыву «Останься дома» или «Ивдегал». Но стало обидно и многих разочаровало слово и действия наших министров. И в первую очередь последнее заявление министра по социальной защите Сахиля Бабаева, который заявил, что не получит социальной помощи те, у кого в семье кто-то получает пенсию, социальные пособия и зарплату.
Но ведь люди вынуждены остались без заработка. И основная эта часть как раз таки те, кто живет на ежедневный заработок. И таких у нас большая часть населения страны. Ведь мы все знаем, у нас большинство населения без работы или в пределах Азербайджана. Но наша статистика утверждала, что у нас всего 5% безработных. А это примерно 50 тысяч. Но по последним данным, оказывается, собираются выплатить пособие более 200 тысячам метров зарегистрированным безработным. Тогда выходит у нас не 5% безработных по стране, а 20%. А может быть это очередная подготовка по распиливанию государственных дотаций в помощи населения страны. А как могут это сделать наши чиновники, мы прекрасно осведомлены по многим материалам в соцсетях. Многие гаструкты не выразили почти никакой поддержки народу в этот трудный для нее день. А банки еще раз показали и доказали свою несостоятельность. И опять начали требовать от населения погашения кредитов, прекрасно зная, что народ не работает и не в состоянии их погасить на данное время. А аптечные структуры просто показали свою бесчеловечность, начав завышать цены на маски и антисептические средства. А интернет-издания указали на этих лиц, среди которых есть даже бывшие депутаты, которые повышали цены на эти маски. И как тут не сказать добрые слова в адрес Турции и Эрдогана, которые запретили продажу масок народу, а издали указ о бесплатном распространении этих масок в Турции. Также с отрицательной стороны проявили себя и другие наши важные госорганы, как Азеришек, Азергос и другие, которые мало того, что не облегчили участь населения, но тоже, как и банки, стали требовать оплату по счетам. Конечно же, парадоксом являются и штрафы к населению, как смогут они оплатить эти штрафы, если они остались без средств к существованию, которые достигают почти 40% минимума зарплаты. А эту социальную помощь получит меньшая часть населения, так как большая ее часть нигде не зарегистрирована и зарабатывает случайными заработками. А как же им выжить, господин Сахил Бабаев? Хотя в США и в Европе к этому вопросу в помощи подошли по-другому и очень справедливо. Например, в США взяли за приоритет среднюю зарплату не в зависимости от работы всех, не менее 75 тысяч в год. Если даже он не работает, то им выплатят более $1000 на человека. А что нам предлагает Сахил Бабаев? Всего 190 туркменских манатов, и это при том, что если кто-то дома не получает заработную плату и пенсию. И это кто зарегистрирован как безработный? А что же Сахил Бабаев делать тем, кто не зарегистрирован как безработный? Выходит умереть с голоду. И хочется спросить у нашего министра Сахиля Бабаева, а вы как прокормили бы на эти деньги свою семью? И что же делать тем, кто не работает и остался без средств к выживанию? У которых семьи, жены и дети. Так зачем и к чему служат эти наши 50 миллиардов запасов, если они не помогут нашему народу в эти трудные дни? Правда, есть информация, что некоторые наши депутаты и отдельные лица стараются помочь нашему обездоленному части народа. Но их очень мало. Есть в России миллионеры, как Гот Нисанов, Ахмед Джабраилов и другие, которые помогли стране. Но где же остальные? Такие, как Вахит Аликперов, Агаларовы и другие. Ведь друзья познаются в беде. А где же наши доморощенные миллионеры и миллиардеры с многомиллионными виллами и со счетами в зарубежных банках? А бывший министр Зия и Анар Мамедова отметились 2-3 тысячами туркменских манатов в помощи. Хотя всем известно, что имеют баснословные богатства. И таких монополистов, олигархов, бизнесменов развелось много в Азербайджане. Но для которых не важна родина и ее бедный народ, для которых богатство и доллар является родиной и домом родным. Нам нужны сейчас такие отцы и меценаты, как великий Хаджи Зейналабдин Тагиев или наш современный меценат Мубарис Марсимов. И их место видно в настоящее время. Но первые ростки недовольства бедного народа проявляются. И не дай Аллах ее увеличение начала в хаосе и провокаций,
которому будут рады наши враги и в первую очередь Армения с ее лидерами и дашнаками. Ведь мы прекрасно помним 90-е годы, когда Армения подло и вероломно воспользовалась нашим безвластием, анархией и хаосом во власти. Тем самым вероломно и с помощью пьяницы Ельцина, Гайдара и Грачева оккупировали у нас 20% земель. Я не сторонник всяких потрясений и анархии в Азербайджане. И всегда заявлял, что нельзя у нас допустить хаоса. Мы должны сплотиться и начать освобождение Карабаха и всех оккупированных земель. И поэтому наше правительство должно помочь в первую очередь неимущей части народа. И не настраивать народ против президента Ильхама Алиева. Потому что именно большая часть бедного народа защитит и освободит наши земли. А не эти зажиревшие богачи из чиновничьего аппарата. И как мы знаем, голодный люд всегда бывает опасен из-за отчаяния и от безысходности. И думаю, что об этом знает и наш министр Сахил Бабаев. А наше правительство пересмотрит свое решение и действительно поможет бедному населению страны. Но главная наша надежда от этого только в президенте Ильхаме Алиеве. Считаю, что он со своим народом в эти трудные дни для нее. Автор Габель Мирзоев.